그냥 빼서 빼서. Старые добрые времена. Опять скелет. Нет, это мне не нравится. Еще два. И у меня опять еда. Как так? Почему так быстро? И восстановить здоровье. Так. Ну, вроде нормально, более-менее. Так, хватит. Определенно спаунер. Просто по-любому там спаунер. Ух ты, да это с 200% процентностью там спаунер. Себе. Давай, упади, умри там. Умри от падения. Ловушка какая-то была.
Там активировано. Отлично. Молодец. Опять я голодный. Вот это тиснул. Нормально. Слезь, еду. Так, это та зона, где песок, значит, уже пошла. Хорошо. Идем туда. Песок тут везде, обваливающийся и не обваливающийся. Разнообразный песок, точнее, совсем не разнообразный. Умри. Вот так вот, молодец. Там слайм. И они стали слишком частыми. Наконец-то слабый, что достаточно нехорошо. Господи, почему я никак не наполню? Я же могу его наполнить в любой момент. Без риска для жизни. Ух ты, какой. Так, крипер. Так, это я где? Ух, нифига себе, он меня напугал. Ой, нет. Я что-то не хочу здесь находиться. Совсем не хочу. Причем еще с такими лагами жуткими. Так, ну-ка. Здесь есть что-нибудь? Похоже, это никуда не ведет. А куда мне тогда идти? Тоже не сюда. Блин. Я немного, походу, заблудился чуть-чуть. Чисто по своему желанию. О, неужели я отравился немножко? Уголь, я смогу его взять без риска для жизни? Он там спаунил, да? Ладно, сейчас я к нему покопаю. Факелы.
Поэтому сейчас, раз у меня нет факелов, я должен добыть уголь. А-а-а! Лава, лава, лава! Фух. Да. Неплохая ловушка. А, я походу палки там выкинул случайно. Здесь, да, вон они валяются. Рычаг, нафиг мне рычаг. Что с ним сделать? Ой. Отлично. Еда! Еда! Ой, не может быть. Не могу поверить в свое счастье. Еда. Отлично. Там... Ух ты! Ну и ну. Стрела чуть не задела. Так. Опять зомби. Так, а вы откуда беретесь, если не секрет? Отсюда? Да, я туда же еще не ходил. Опять у меня ничего кончился. Ух ты, зомби! Блин, что-то у вас тут реально слишком много. Вот тут просто неоткуда появляться, понимаете? Поэтому не появляйтесь. Пожалуйста. Пожалуйста. Понял. Ух ты. Дофига тут. Да. Блин, вы со всех сторон появляетесь. Ну, давайте. Я хочу, чтобы вот этот выиграл. Вот так вот. Ингемен, давай. О, спасибо за жемчужину. Ну-ка, под этим углем, мне кажется, что-то будет нехорош. Тут под ним ничего, но зато рядом с ним есть. Но почему не появляются? Никак не могу понять. Вот сейчас, если меня кто-нибудь заденет, мне жопа. Минимум. А, зачем я два съел? Это все из-за лагов. Я вам говорю, это все из-за лагов. Так бы я никогда не совершил такую глупость. Я даже крипера не задел. Факел могу нормально поставить. О, как я их ненавижу, эти лаги. Стоп, он нормально получает урон от воды? Не знал. Не знал.
Туда пока не хочу идти. Ну, а здесь я, похоже, все уже сделал. Так, в ведро. Смогу я тут где-нибудь наполнить его? Думаю, нет. Ладно, я сейчас вернусь наверх, наполню там ведро. Еще одно ведро наполню где-нибудь лавой. Поблизости. И... все. На этот раз все будет. Вот я сверху. Они поссорились все. Может не все, но много. Я чуть не упал. Пипец. Я не заметил эту яму. Вообще не заметил. Освещаем. Хорошо. Сам я, значит, был. Мне надо идти наверх. Ладно, так что будет. Я сейчас все это место доиграю. Сюда не ставится, сюда ставится. Пустая комнатка просто так сделана. Сюда выбрался. А то место даже пока еще не сделал. Шерсть, та-бам! Лаймовая шерсть. Так, железная дверь мне не нужна. Грибы. Очень хорошая вещь. Заполнил это ведро водичкой. Так, что мне еще не надо? Нажимные плиты, вот какого хера? Вот так вот. Вот так вот. Сейчас буду читать знаки, которые оставили путешественники. День 5. Нашел натуральную воду. Буду, ну, сделаю здесь, как чтобы, ну, остановку. День 17. Хорошее место, не хочу отсюда уходить. День 34. Нашел песок в пещере пониже. Сделаю динамит. День 45. Монстры не могут
сюда забраться. Неужели наконец-то безопасность? День 49 нашел крупные руины. Эксплор. Я забыл, как эксплор будет. Обследую попозже. День 53. Почти чуть не умер, чтобы завладеть динамитом. Это опасно. День 54. Попробую разминировать немного динамита. Такая сторонняя заметка. У меня нет никакой идеи, для чего сундук зеленой ткани. Сундук с тканью был здесь до того, как я сюда попал, типа того. Еда! Так, топоры опять. Странные топоры. Еще плоти. Кактус. Булыжник. И так вот дофига грибочки. Динамит, песок. Чашка. Как раз то, что мне сейчас надо. Хлеб. Это вообще спасительное место. Грибы. Где еще один гриб? Один всего супчик. Все равно нормально. Спавнится. Типа вот такой. Вот. Тебе надо найти вторую шерсть. Она под песком находится. Вот, все хорошо. Нет никаких проблем. Монстров дофига, все равно проблем нету. Монстры не проблема. Если они не мешают. Так, где вот здесь вход на нижний уровень? Он должен быть где-то здесь. Весь этот песок перекапывать, чтобы его найти. Что-то я его не вижу. Опять я его не могу найти.
Странно. Это странно. Так. Где же он? Где ты? Вход. Вход. Ботинки мои золотые сломались. Он чё? Так, не здесь. Так да где? Здесь нигде нету. Может, тут еще где-то есть спуск? Может, я уж все забыл. Надо сейчас все осмотреть внимательно. Надо еще мне умудриться найти отсюда выход. Потом, когда я все возьму. Там, значит, были монстры. С этой стороны был, вот с этой стороны. Они где-то в другом месте. Именно здесь. Где-то здесь.